это полиция. Все рабочие должны выйти для опознания. Нам сообщили о применении дара. Встаньте в линию. На него есть ордер. Руки, немедленно! Не пойму, с чего вдруг такой парень, как ты, связался с дегенератами вроде нас? Это вы меня нашли. Нужен электрик, минимум второй класс. Но ты сел в фургон. Почему? Моя мать больна. Понятно. Посмотрим, что умеешь. Как ты хочешь прожить жизнь? Жить по их правилам? Скрывать свой дар? Ты есть и всегда будешь электриком пятого класса. Будь собой! Если видишь что-то, чего ты хочешь, бери! Все будет хорошо. Электрик мог быть замешан во многих преступлениях. Слушай, Коннор, ты связался с дурной компанией. Я хочу увидеть семью! Я все исправлю. Как тебе электрик? У тебя один шанс. А если он облажается? Не облажаюсь. Не облажается. Код 8.